Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать небольшие два анонсика, опять же, по просьбам подписчиков, потому что возникает много вопросов, чтобы сразу все осветить и не каждому не отвечать на одни и те же однотипные вопросы в личные сообщения. Я хочу попросить, чтобы вопросы вы писали в социальных сетях на страничках в главный раздел, да, чтобы люди это видели, не только в личные сообщения, потому что вот сегодня буквально приходит там порядка 15-20 сообщений в личные, да, в персональные, с одними и теми же похожими вопросами. Ну, вот это первая просьба. Просто давайте уважать всех, и меня в том числе, потому что очень тяжело в течение часа одно и то же отвечать. Я не хочу копировать там еще что-то, потому что вопросы индивидуально подхожу к людям, но и вы меня поймите, потому что есть масса работы, масса времени, когда отвечаешь на одно и то же. Поэтому, если есть вопрос, я с радостью отвечу, но вы пишите это, пожалуйста, в основной чат, чтобы это видели все. Вот это первая большая просьба. Второй момент. Скоро анонсируем очередную акцию по раздаче запасных частей к одной из популярных фирм, которую многие уже ждут. Поэтому, что называется, подписывайтесь. Анонс будет только в социальных сетях и нигде больше. Ну и, соответственно, отдача этих запасных частей будет только подписчикам на социальные сети. Это первое условие. И второе условие – это чтобы товар этот покупался у нас. Удилища, фидер, матч, баллонка, маховое удилище, спиннинг и так далее. То есть практически 95% запчастей у нас есть к моделькам, которым анонсируем на такую вот акцию. Да? Если вдруг что-то не получится подобрать, но это в 5% из 100 случаев, примерно так бывает, то мы предложим бесплатный ремонт, либо бесплатную аналогичную запасную часть, хлыст, колено там и так далее, от похожего аналогичного удилища другого фирм-производителя. Соответственно, бесплатно вам отдаем эту запасную часть. До 2 запчастей в год каждый имеет право получить на одно купленное у нас удилище в период проведения акции. И бесплатно также отправим в любой регион России, либо это будет Казахстан, Белоруссия. Это второй момент. И третий, последний момент, это в одном из видео я анонсировал новые маховые удилища, новую серию махов. Я думаю, все, ну не думаю, а знаю уже, поэтому уже так есть, да, что лидером моей серии лидер Сабанеев маховых удилищ, в общем-то, все довольны, нареканий никаких нет. Удочка уже 2 сезона откатала. Поэтому обкатали ее люди, все уже знают ее прекрасно, видео достаточно много. На нашем канале YouTube, посмотрите, там ловят на лидеры карпа на 4 килограмма, да, и на вываживании все видно прекрасно. Вот она, например, да, для вас, для примера, семерка весит 196 грамм. Вот сейчас я привез удочки, да, тоже 7 метров, которые весят 168 грамм. Там даже есть модель, которая 163 грамма. То есть, которая тоже имеет быстренький строй, среднебыстрый, да, которая сделана из дорогого угля, 46 тонн, Торей. Поэтому, скажем так, это будет серия, кто знаком, так же, как серия «Лидер», когда я ее привозил, помните, ну, кто помнит, да, кто не помнит, сейчас узнаете. Я заранее анонсировал приход этих удилищ, и люди записывались на них заранее. Без предоплат, просто изъявляли желание, и все, менеджеры записывали их имя, фамилия, телефон, больше ничего. И дальше, когда они приходили, они получали эти удилища практически по оптовым ценам. То есть это максимальная скидка, которая может быть. То есть многие магазины даже у меня не получали удочки за такие цены, да, за которые я отдавал просто в розницу, именно те, кто подписался. За что? За то, что человек предан магазину. В хорошем смысле этого слова, да, что он является подписчиком на социальные сети, что он готов ждать какое-то время, пока придет серия, да, и то, что он доверяет. Но мы, соответственно, платим ему тем же, да, он будет получать и запасные части у нас в период акции, да, и скидку хорошую на покупку такого удилища. Естественно, он может отказаться. То есть, когда удилище приходит, менеджеры просто обзванивают по телефонам. Никаких предоплат нам заранее не надо делать. Человеку говорят, да, приехала, хотите, приезжайте, смотрите, трясите, выбирайте уже наглядно, да. Если не понравится, просто говорите нет и уезжайте вдруг. Ну, как правило, по опыту никому не... Все, кто
получает, наоборот, даже больше. То есть я заказываю там условно 1500 там, или 1000 штук там, на какую-то партию, да, а по факту меня там берут намного больше. То есть, ой, мне нравится, дайте я еще такую возьму, еще такую. И получается, мы вынуждены уже отказывать даже. То есть даем только на те удочки, кто записался. И вот сейчас вторая партия, это просто я чуть-чуть, да, в сторонку уйду. Вторая партия, когда лидеров приходила, точно так же объявлял такую акцию. И люди уже записывались на 5, 6, 7, 8 метров сразу. Но на всякий случай, я говорю, вы точно это возьмете? Менеджеры мои говорят, что точно ли, мы столько закажем, а потом, да, вот, как нам-то быть, мы должны точно рассчитать приблизительное, да, почему? Я сейчас объясню, что именно рассчитать, да, но вот люди говорили, я на всякий случай заказываю, вдруг понравится, я всю серию заберу. А в чем плюс мне, да, то есть я на них ничего не зарабатываю фактически, да, я говорю честно, но и ничего не проигрываю, я выигрываю, то есть здесь выигрывают все, никто не проигрывает. Человек, покупатель выигрывает, что он получает за минимальные деньги, которые вообще существуют, фактически себестоимость эту удочку, да, а я получаю бесплатную, скажем так, рекламу от него, потому что самая лучшая реклама это не распиаренный какой-то рыболов, спортсмен или кто-то там, да, ангажированный, которому платит там деньги фирма на то, что он снимает, говорит, хорошо всегда там, я думаю, все знают некоторых спортсменов, которые сегодня в одной фирме, они там хают другие, которые они предыдущие работали, потом переходят, начинают уже в другую фирму, начинают эту хаять всеми словами, что та продукция не очень, да, и, как бы на вопросы, что а что ж ты там год назад говорил, ты совсем другой, да, ну, люди... Ну, не все такие, конечно, да, есть большинство и честных ребят там и так далее, но, скажем так, такое тоже присутствует. В общем, что хотел, в принципе, сказал, надеюсь, все поняли. Пишите обязательно вопросы ВКонтакте, в частности, да, на главной странице, не на странице моего профиля, а на страничке магазина «Мультифиш», пожалуйста. То есть, чтобы люди видели эти вопросы, соответственно, да, и мои ответы на них, потому что там показываюсь я. Всего вам доброго и до новых встреч!